23 января на большой экран выходит российская комедийная мелодрама «Марафон желаний». Премьеру можно посмотреть и в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Возрастное ограничение картины 16+. Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж, хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого, я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна. Я хочу найти паспорт до свадьбы. У Марины есть 7 желаний, но главное – стать счастливой. На свой марафон, 2 недели не живу, чтобы в платье влезть. Как я обещала. Правда, чуть подороже вышло. В один миг судьба вносит корректировку в этот план, и при поддержке своей подруги Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей становится только началом ее пути к настоящему счастью. Ради бога, там какая-то ошибка произошла, вы мое место забрали. Давайте поможем женщине. В смысле женщине? Просто с периферии, недопоняла. Какой такой периферии? А вы что обзываетесь? Нет у меня никакой периферии. Я с людьми работаю, у меня медкнижка. У меня манту ни разу не вспухала. Марина. Александр. В ролях Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Макар Запорожский, Екатерина Варнава, Яна Троянова, Павел Деревянко и другие известные актеры. Российскую комедию можно посмотреть на большом экране ККЗ «Панорама» на Смоленском, 29. Заказ и бронирование билетов по телефону 300-033 или на сайте panorama-tver.ru. Возрастное ограничение картины 16+.